Очередная огромная посылка из Москвы от Марины Алексеевны. Это просто нечто. Это самая большая посылка, которую мы получали когда-либо. Там чего только нету. Мы, конечно, все дружно разобрали ее. Все дружно покопались. Нашли кому что. Много чего полезного. И очень, конечно, есть вещи, которые нас обрадовали. Это прибор в больничку в нашу. То есть теперь мы можем карманы гнойные обрабатывать, то есть специализированным инструментом. Бассейн для спинальников. То есть сейчас мы будем налаживать такую терапию для животных, которые не могут ходить, получили травму позвоночника, но для них полезно плавание. Вот именно в таком бассейне они будут эту терапию проходить. Пока сейчас летом, но в дальнейшем будем думать, как этот бассейн поставить в помещение, чтобы и в зимнее время года можно было такую терапию проводить. Вот. Огромное спасибо дочери Марины Алексеевны за дорогие действительно подарки, которые были сделаны для меня, для работников приюта. Это иконы. Мы люди верующие и выражаем свою благодарность. Огромное спасибо, честное слово, не промахнулись. То есть для нас это нормально, и мы эти подарки будем беречь, конечно. Я думаю, они принесут нам тоже огромную пользу и защиту, и удачу, и все, что хочешь. Ну, еще остался неразобранным ящик с лекарствами, потому что это нужно с врачом разбирать. А врача сейчас пока 2 дня не будет. Но Вадим приезжал вчера, получил свой тульский пряник. Ему очень понравился костюм ветеринара. То есть там был такой костюм медицинский. Просто Вадим очень обрадовался этому новому медицинскому костюму. И будем разбирать вот эти вот препараты. Я думаю, еще много радости у нас будет. Ну, для меня еще лично, что очень понравилось, вот это вот кресло-качалка огромная, диван-качалка. Это, конечно, мечта, и мечта, которая для нас не по карману была. Это, ну, скажем так, вроде бы как излишняя вещь, а все-таки какой-то отдых, и немножко покачавшись на качели, ты отдыхаешь, потому что нам тоже нужно отдыхать, это понятное дело. Много стройматериала привезли, баллончики с красками различными, доски, фанеру, которые уже пошли в ход, и ими сейчас обустраивают новые вольеры. Очень много полезных вещей, все не перечислишь просто на все. Там и ретро велосипед, от которого все просто на все в шоке. Мы и не видели таких вещей. Поэтому еще раз хочу сказать огромную благодарность от всех и жителей нашего приюта, и работников приюта. Огромное спасибо, честное слово, всем людям, которые решили нам помочь таким образом. И, конечно, большое спасибо за камеру, которую вы нам прислали, потому что она сейчас именно и работает. Дело в чем, что наша GoPro-шка уже накрылась, и, видимо, ей на смену пришел вот такой вот подарок Sony. Огромное спасибо, честное слово, за все, что там есть. А Танюха мясорубки обрадовалась электрической. Там сейчас что-то на кухне колдовать будет. Все, всем пока. Я пошел.